на счет можно сделать по тарифу. Тариф подняли, очистные не работают, деньги людей берут. За что? После аварии на очистных в конце прошлого года из строя вышел последний насос. Истоки текли в озеро. Работу очистных, если можно так сказать, наладить удалось. Насос починили, но этого мало. Нужна реконструкция. Не только насосов, всех очистных сооружений. Конечным этапом должно стать восстановление биологической очистки. Но в озеро стоки не попадают. Но ситуация все равно тревожная, говорит исполняющий обязанности главы Минстроя. Сейчас из двух канализационных каналов работает один, а все насосы изношены. К тому же между главой постсовета и концессионером идет чуть ли не настоящая война. Спорят, кто довел очистные до такого состояния. Валентин Коновалов пообещал создать специальную комиссию по главной коммунальной проблеме Жемчужного. Заниматься этим будут Минстрой, Минприроды и комитет по тарифам. Комплексно в этой ситуации разберемся, кто у вас там прав. Кто виноват, концессионер это или муниципалитет?